Акция «Безопасность объединяет» проходила в три этапа в разных частях столицы. С утра на центральном рынке волонтеры организации «Молодежное движение Абхазии» совместно с сотрудниками ГАИ и Россотрудничества клеили баннеры социальной рекламы на общественный транспорт. Иллюстрированная реклама станет хорошей пропагандой к соблюдению водителями правил проезда по пешеходным переходам, снижению скоростного режима и предоставлению преимущества в движении пешеходам, соблюдению дистанции, отмечают организаторы акции. Мы хотели обратить еще раз внимание наших водителей о том, что за соблюдение правил дорожного движения является важной вещью, которая позволит сохранить жизнь и здоровье людей. Водители отнеслись к этому мероприятию с пониманием, оказали нам содействие, позволили раскрыть нашу литературу по безопасности дорожного движения на своих автомобилях. Вместе работаем, делаем так, чтобы наши дороги были безопасны. Далее волонтеры совместно с инспекторами ГАИ нанесли краской на асфальте надписи «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники», «Отвлекись от телефона». Такие призывы появились перед самыми оживленными пешеходными переходами на пересечении улиц Джона Ардзенба, Леона Ардзенба, проспекта Яйра, Пушкина. Мы очень рады, что нашу инициативу поддержали сотрудники Министерства внутренних дел, а самое главное – молодежные активисты. Мы будем часто проводить такие акции, чтобы в первую очередь показать на своем примере, что нужно начинать с себя. И пример, который мы хотим подать, он в первую очередь очень маленький, да, вроде бы на первый взгляд, но самое главное – он будет крайне нарицательным. И я хотела бы выразить очень большую благодарность молодежным активистам Республики Абхазия, сотрудникам Министерства внутренних дел, сотрудникам государственной автоинспекции, которые так с таким большим теплом отнеслись к нашей инициативе и оказали нам всевозможные содействия в реализации этого проекта. Социальная реклама по безопасности дорожного движения была на русском языке. Организаторы акции отметили, что в будущем планируют делать такого рода надписи и на абхазском. На данный момент эта акция, которую мы решили провести первой, мы решили провести ее на русском языке по той простой причине, что мы хотим, в первую очередь, вызвать прецедент. Мы хотим вызвать прецедент и посмотреть на реакцию общественности. Дальнейшие акции будут проводиться, конечно же, на двух языках. Также в рамках акции сотрудники ГАИ вместе с волонтерами раздали водителям листовки с памяткой правил дорожного движения и наклейки на автотранспортные средства. Акция «Безопасность объединяет» будет проведена и в других городах Абхазии. Алика Трапш, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.